Всем привет! Вы на канале Клёвая рыбалка. Итак, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Клёвая рыбалка. И сегодня я с Гавриил Янычем будем собирать лодку. Вот мы находимся на лодочной станции. И это будет первый сюжет. И потом еще будем ее сразу делать испытание. Это будет уже второй сюжет. По лодке, конечно, вы знаете уже моих друзей Polar Beard, они мне прислали эту лодку. Все ссылки на магазин я даю в описании. Это новая их лодка, продукция. Посмотрите на сайте у них там товары. Все, давайте, сейчас начинаем. Так, одолжили специально мотор для этого дела. Маленький. Вот так вот выглядит лодка. Такие вот размеры у нее примерно. Разрезаем упаковочку очень осторожно, потому что резина есть, резина, резина есть, резина, ага. Так-с. Везде фирменная изолента фирмы Polar Beard. Видать, два мешка. Мешки, наверное, тебе понадобятся, да? Сюда скидаем все. Мужикам в гараже понадобится. Лодка идет в такой сумке. Прикольной. Так, где тут начало? Где тут конец-то? А вот она. Вот. Это фирменные застежки их, которые быстро съемные. Для быстро съема. Так, здесь еще. Так, это мы начали без 10:07 сборку. Там весла лежат. Здесь насос ножной. Так-с. Ну что тут, сама лодка. Длина лодки 4,5 метра. Трансовая. Как вы можете видеть. Ага, это называется банки. Банки и стрингера. Это какая-то сумка. Ну возьми, забери ее. Да, наверное, для поел и для банок. И стрингеров. Для весел. Ну что, начинаем? Так. Проверяем клапана. Ребята мне ее усилили на заводе. В принципе, по вашей просьбе они могут и усиление делать там же. Поэтому все сразу оговаривайте при покупке. Так, это у нас что? Это у нас тут идет посередине какой-то, видимо, этот. А, этот центральный этот. Накачивается. Все понятно. Ну-ка. Нет, неправильно.
Этот втягивающий, этот наоборот. Так, 10 минут накачивает тут, говорил Яныч. 10 минут, да, уже? Вот одна сторона 10 минут примерно. И сейчас еще вторая сторона 10 минут, того 20. Посередине, наверное, немножечко. Но и все на этом. Так, все, 20 минут прошло. Теперь вот, вот такие вот есть, называются... Сейчас скажу, паёлы, они сделаны из стеклокомпозита, очень легкие. Это такое ноу-хау, такая разработка Polar Bird. Сначала вставляется вот первый номер, здесь все подписано, вот даже у них. Первая паёла вставляется, получается. Идет первым делом. Во-во-во-во-во-во. Так. Дальше вставляем вот это вот, называется стрингер, стрингера. И вот они вставляются вот сюда. Так, вот они, получается, вот так по краям вставляются. Так, этот сюда. И дальше будем соединять. Это конечная, восьмая идет. Давай, Яныч, подавай оттуда по номерам. Номер второй надо сейчас. Так, это вот 7, 5, 3. Значит, тут внизу где-то. Вот второй. Ага. Сразу, сразу давай там третий. Так, а вот это у нас ставится буквально очень просто тоже. Вот это вот заводится сюда. Вот сейчас я вам покажу. Вот в этот паз. А это должна часть попасть в этот паз. Вот. И теперь просто... Брехта. Вот так. Все чики-пики. В принципе, один раз вы собираете за сезон, и она у вас так и стоит. У меня будет, по крайней мере, стоять на лодочной. Вот, посмотрите, как все это дело быстренько мы сейчас тут соберем. Это вот так. Где? Есть пятый.
Шестой. Это шестой, да? Или это девятый? Нет, тут девятого не должно быть. Девятого не должно быть, говорю. Шестой, наверное. Это единственная такая цифра. Кадын. Чики-пики. Вот, все, вот так вот полы у нас встали. Все ровно, все подогнано. А? То клапана. И не ничего дикуан хай бы потули, хай хай бы пот. Да. Во-во-во, да. Девять-то, он не был. Эти интегрины не дарят ту, дарят ту. Банки тоже очень легкие. Все, вот уже лодка уже катается, все, уже киль накачали. Киль уже появился, вот. Да, наверное, хватит, думаю. Тут ремкомплект ребята положили, спасибо. Это что огромный. Все, будем теперь мотор устанавливать, на воду спускай. Брать, не надо вылазить. На-ка, сиденье устанавливай. Засовывай в эти штуки. Да. Гаврил Яныч впервые такую систему видит, кажется. Очень удивился. Мы с Гаврилом Янычем впервые такую лодку видим. Все. Вот тебе сидушки. А я свою здесь поставлю. Так, ребята еще прислали отдельно сиденье под лодку. Вот такое вот штурманское сиденье идет. Крутяцкое. Давайте его посмотрим. Вот так она вот вставляется. Вот здесь вот. Смотрите. Вот так вот. И сейчас я просто, получается, пристегиваю к вот этому. Вот к этой штуке свое кресло. То есть просовываю в отверстие так, чтобы вот эти отверстия совпали. Вот. Вот эти пальцы вставляются сюда, наверное. Так думаем. И говорил я на чем. Что-то моя не хочет вставляться. Сюда. И тут идет. А, так. Стоять бояться. Сначала одна ножка. Потом. А, тут еще палец. Раз. Так вот его. С этой стороны. Два. Не, тут есть вот маленькие пальчики. Челка. Ну все, бог с ней. Нормально. Че, спускаем? А, ну, тоже положь там, ага. Так, сейчас сюда еще мотор повесим на транец. Так. Все, вы так вообще. Ага. Ортотун булла да?
Вот тут вот так вот. Так, ну что, лодка едет. Первый свой заезд делает по реке. Сейчас еще на моторе попрем. Теперь попробуем поехать, что ли. Жаржанна тақсы ғыпытта. Анда барар болды ана. Я апай кеті. Тут күрауын ола жарай. Так, вот, в общем, попробовали, прокатились. Ну вот, посмотрите, вот здесь мелко, да, вот мы ее тащим спокойно. А если бы железная было бы, алюминиевая, то очень сложно было бы, здесь села бы она, килевая. Но это резиновая, очень хорошо плавает, поэтому нормалек. Так, вот так вот поставил лодку, оставляю. Вот еще одна моя лодка. Вот такая лодочная станция. Ну что же сказать, спасибо ребятам из Polar Beard за представленную классную лодку. А ссылки под видео будут все под видео. Подписываемся, делимся с друзьями, ставим лайки. Всем спасибо, всем пока. Life!